Олег Манжуев увлекся единоборствами еще в третьем классе. На протяжении 8 лет участвовал во множестве бойцовских турниров и отстаивал честь сборной команды Якутска. Помимо спорта, увлекается и музыкой. Ему удалось освоить не только гитару, но и исконно русский инструмент балалайку. Однако на первое место Олег все равно ставит боевые искусства. Получилось даже вывести свою формулу успеха. Главное настроиться внутри. Это самая важная составляющая в голове. То есть, как говорится, с холодной головой выйти. И второй момент, я сам перед боем постоянно продумываю каждый момент тренировки. Если я, как говорится, плодотворно, ну, продуктивно это все делал, то есть полностью выкладывался на тренировках, то не о чем беспокоиться. Уже около 5 лет Олег Манжуев живет и тренируется в Анапе. Не так давно борец вернулся в город-курорт с турнира по смешанным боевым искусствам, который прошел в Таганроге. 32 сильнейших спортсмена из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ростова-на-Дону боролись за право обладать поясом чемпиона. Олег блестяще проявил себя на ринге и занял почетный титул. Его соперником был мастер спорта из Дагестана Вазир Халибеков. Бой проходил весь все отведенное время, 3 раунда по 5 минут. Вот, первый раунд был за ним, я проиграл первый раунд, он перевел меня в партер и удерживал на канвасе. Второй, третий раунд, так как он подвыдохся, я забрал второй, третий раунд, выиграл единогласно по очкам. Акцент был на защиту от борьбы, больше так как он является борцом, мы знали, что он будет с самого начала сразу пытаться перевести, ну, в партер. Вот. И изначально была сразу же такая заготовка, что пережить первый раунд, именно напор его, потому что физически, ну, он был посильнее меня. Вот это чувствовалось. Дать ему вымотаться и второй, третий раунд забрать. Так и получилось. По мнению чемпиона, многочасовые ежедневные тренировки, правильное питание и режим сна – ключ к победе. Сейчас свое мастерство борец оттачивает в легендарном клубе «Кузня». Главная мечта Олега также связана со спортом – попасть в высшую мировую лигу UFC. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.